Ну, Альфред Михайлович как частенько говаривал, что если песня нуждается в комментариях, она не удалась. Поэтому я комментировать не буду. Я название скажу только. Песня называется... Название. Называется «Монолог гитары, поставленный у портрета на сцене». Кто-то взялся за гриф незнакомой рукой. Провезли в темноте, водрузили на стойку. Но смущает меня столь беспечный покой. Почему-то никто не проверил настройку. Чуть левее портрет, чуть правее он сам. Только что-то цветы отрешенно, печально. И нелепый вопрос, обращен к небесам. Может, каждый из нас в этой роли случайно. Я была ему всем, как солдат у шинели. Мы полвека вдвоем по стране откатали. Он работал концерт лишь за пару недель. До последнего дня в этом траурном зале. А со сцены звучат наших песен слова. Только голос души все слабее, все дальше. Может, я и была кое в чем не права, только не упрекнешь ни в капризах, ни в фальши. Но в последний поход не возьмешь ничего. Я покорно стою, онемев от потери, и овации волна провожает его до раскрытых дверей ритуальной газели. И расступится двор, пропуская авто. И нахмурится дом, жерло арки разявив. Если честно сказать, я теперь, как никто, понимаю собак, потерявших хозяина.